Добрый вечер. Пожалуйста, расскажите о вашем герое в фильме. Вы знаете, это было давно, я уже плохо что помню. Я помню, что этот человек пришел с войны и заведует клубом. Я не читал повести, меня записал то, что режиссер Прошкин. Знаете, мы уже перепробовали разные стили, потому что я надеюсь, грубо говоря, что я у них семейный актер, поэтому как бы я снимаюсь и младшего, и старшего, по счастью, и этим горжусь. Я плохо помню это время. Кого может интересовать данный фильм «Сложная картина»? Людей. Я бы не описал, если это люди, описывать их не надо. С нормальными актерами работать нормально. Персоналы есть персоналы. А известный он, неизвестный, не очень это самое. Никакой разницы. На ваш взгляд, как кинозрителя, как актер, чего не хватает современного российского кино? Боюсь позиции государства. Голливуд начался именно с того, что это была государственная политика. Именно во времена Великой депрессии, когда люди вешались и подыхали от голода, была поставлена задача. Идеологический сектор. Кинематограф. Категорически цена билета не должна была превышать возможности даже бомжа ни одного. И это было время, когда у людей отбирали драгоценности и золото в обмен на облигации государственного займа. Это в Америке. Говорить со слагательным наклонением хотелось бы, тут чудо, невозможно. Удачи!